Как соединить текст в Excel? Итак, есть у нас табличка, да, сотрудники, и есть их заработная плата. И нам надо, допустим, написать такое письмо. Уважаемый Липунов Сергей, заработная плата за 2021 год составила такую-то сумму. Ну, вообще, в принципе, конечно, текст может быть любым. Итак, у нас есть изменяемые ячейки. Это фамилия, имя, отчество и зарплата у всех разная. И постоянный текст, который будет у всех одинаковый. Данные будем помещать, давайте, в ячейку F. Итак, пишем равно, потом жмем на ячейку уважаемый. Теперь нам надо сделать эту ячейку со ссылкой абсолютной. Для этого жмем F4 на клавиатуре. Ну, чтобы появились знаки доллара перед J и перед 1. Ну, можете их вручную поставить. Потом жмем э, ampersand. То есть это символ на английской, на английской клавиатуре на цифре 7 находится. Вот Липунов Сергей. Потом опять амперсант. Заработная плата. Аналогично ставим значки доллара. Можно их вручную проставлять. Опять амперсант. И вот это жмем. И так, да, кстати, не забывайте, чтобы был текст нормально виден. Вот тут, где слово уважаемый, после уважаемый ставим пробел. Вот, и теперь все это растягиваем. Как мы видим, да, слово уважаемый везде одинаковое. Далее фамилия, имя, участво меняется. Потом вот заработная плата. Так, вот, видите, ошибка после фамилии, имя, отчество, заработная плата идет вплотную. Потому что пробел надо и вот здесь поставить в начале. Вот, все исправилось. И сумма, как вы видите, тоже у всех разная. Это потому что из-за вот этих значков доллара. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.